Эй, Гурген, запускай! Вот совсем другое дело, Вася. Сегодня мы... Здравствуйте, да, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Киви. Сегодня Лур немножко там приболел, немножко, короче, у него какая-то там проблема, но он умолял меня, чтобы я сделал очень хороший такой вот вещи обзор, дорогие друзья. Сегодня мы будем обзирать новые пушки. И, конечно же, с вами будет очень весело, точнее, с нами, потому что мы вот такие вот пацаны. И, конечно же, у нас будет много интересных выстрелов. Мы все здесь взорвем к чертовой бабушке, мы будем маму делать, папу делать всем. И, конечно же, вы увидите полный раздрай, раздрай в полный. И... Так, что это вы тут делаете? Эй, Кацо, мы тут это, типа, гуляли мимо, видим такая база хорошая, думаем, давай поможем парню, сделаем хороший обзор, ну ты знаешь какой, ты вот такой вот пацан, знаешь, вообще, да, вообще, вышни. А ну, брысь отсюда. Эй, ладно, ладно, только не злись, как знаешь, короче, мы тут это, пока, до свидания. Ужас. Блин, стоит отвлечься и... Налетают всякие тут. Ладно. Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Лур Лемур и добро пожаловать на рубрику «Полезные моды Space Engineers». Сегодня у нас на обзор интереснейший мод под названием HSR. Это пушки, это новые пушки, которые вам понравятся. Я очень на это надеюсь. И сегодня будет как раз-таки на них обзор. Среди них есть две мощные пушечки, которые могут разнести практически всю базу. Отдельную благодарность я хочу выразить Ларгасу, который мне помог сегодня. Нехило так помог, спасибо. Ну, а мы сейчас перейдем непосредственно к обзору. Итак, переходим на осмотр самих пушек. Создатель данного мода — это инженер под названием Криг, если так можно сказать. И, как вы видите, я отстроил всю свою, весь свой полигон, чтобы все было культурненько, красивенько. И все это... радовало вам глаз. Ну что ж, у нас реально мощнейшие пушки, которыми мы сегодня будем пулять до изнеможения и проверять каждую из них. И вы будете знать после этого, какую пушку куда поставить на своем корабле. Ну и также на данном полигоне, на стрельбище, так сказать, будет в дальнейшем происходить наше испытание. И перед нами также будут оптические, ну, вы будете видеть все щиты, я их больше не буду прятать, и вы будете знать, сколько щитов для чего используется и так далее. Итак, у нас 800к щитов, и давайте начнем тестировать наши пушечки. Для начала мы будем тестировать самую простенькую, которая называется HSR Pulsar Turret. Ну, будем называть их по основному имени, Pulsar. То есть второе название — это и есть основное название этой пушки, потому что все остальное повторяется. Итак, Пульсар. Пульсар, сколько он у нас урона наносит? Сейчас мы засядаем сюда, включаем первую пушку, приближаемся и стреляем. То есть до перезарядки она даже можно сказать, что не особо кусает. Она стреляет максимум 10 тысяч, ну даже не 10 тысяч, а если до 1000 дотягивает, то окей. Так что это ни о чем. Пульсар, ты такой мелко пульсирующий, что тебя даже незаметно. Дальше что у нас интересного? Дальше у нас, ну, если так можно сказать, идет пушка Thunderhead Anti-Fighter Turret. Антифайтер, я думаю, это, скорее всего, противоистребительная пушка, ну, точнее, против истребителей. Давайте посмотрим, какой она показывает у нас перформанс. Как мы видим, дорогие друзья, в отличие от той пушки, та немножко тугая была в управлении, а это очень-очень чувствительная к мыши. Это означает, что вы можете стрелять на упреждение по истребителям. В принципе, так и должно быть. Она должна быть очень-очень чувствительной. Итак, сейчас открою огонь и посмотрим, сколько она наносит урона. За одну обойму. Значит, у нас осталось 7088, это получается где-то 12 тысяч, то есть сносит, но не особо. Ну, думаю, по анимации, кстати, анимация довольно интересная, у этих пушек она есть. И она стреляет энергоснарядами,
Вообще, кстати говоря, все эти пушки стреляют энергоснарядами, они не требуют подключения конвейеров. Это круто, реально это круто, в некоторых случаях это очень полезно. Дальше мы идем. Итак, пушка Sky Shatter. Sky Shatter, наверное, тоже относится к таким пушкам, которые стреляют по истребителям. Сейчас мы это проверим. Итак, Sky Shatter. Так, я надеюсь, это Sky Shatter. Так, попробуем стрельнуть и увидим. Да, тоже маневренная. Она стреляет ракетами. Ну, некоторая такая особенность данной пушки. Давайте мы выстрелим полную обойму и увидим, сколько мы нанесли урон. А так как у меня проседает FPS от дыма, от эффекта дыма, я выстрелю таким вот образом. Вот так. И посмотрим. Значит, она нам просаживает до 50% щитов. То есть она стреляет, можно сказать, на 400. Это неплохо, это уже получше, чем предыдущие пушки. И идем к следующей пушке. Значит, как она называлась? Это Sky Shatter, да. Следующая пушка Phantom Turret. То есть пушка Phantom. Фантомная пушка звучит внушающе, но внушающе ли она стреляет? Давайте найдем ее тут. Так, Phantom под клавишей 5. Так, пятерочка. Итак, сейчас мы произведем выстрел. Вот это, собственно говоря, весь фантом. Он даже не снимает никакого урона. Хоть он и перезаряжается довольно быстро, но, как видите, я не знаю. По кораблям, точнее, по каким-либо летающим устройствам из него тоже вряд ли постреляешь. Но вот он наносит не ахти урон. Реально вот. Эффекты, конечно, есть. Дуги, электричество и всего такого. Но фантом, извини, дизлайк. Дальше что у нас? У нас бомбарда. То есть у нас пушка, которая называется бомбарда. Бомбарда — это неплохо. Звучит тоже внушающе. Давайте мы ее пристрелим. Так, бомбарда. У нас, наверное, на шестерку. Ох, нет, на пятерку. Нет. Так, на какую у нас бомбарда тут стояла сейчас? Да, бомбарда на пятерке. Итак, сейчас из бомбарды как жахнем, побомбардируем. Так, она стреляет тоже быстро, перезаряжается, но она практически не особо и урона наносит. То есть до 1000 даже не дотягивает его урон. Поэтому бомбарда, кроме имени, ты ничего не имеешь, прости, тоже тебе такой вот дизлайк. И да, я прошу прощения, я не показал вам внешний вид всех пушек. Вот они выглядят таким вот образом, у них свой уникальный дизайн интересный. По мне, они неплохо так сочетаются с ванильными блоками. Да, вот эта вот пушка. Кстати, Sky Shatter очень легко спутать с Thunderhead. Ну, для того, чтобы не путаться, вы просто взгляните внутрь. Видите, дырочка? Она тут горит синими полосочками внутри. А здесь, уж эти грани. А здесь нет этих синих полосочек внутри, и это означает, что если синие полосочки внутри, это энергетическое оружие. А если нету, то это ракетное оружие. Хоть и тут есть ракеты, но оно не использует ракеты, то есть оно чисто на электричестве выводится. Я не знаю, как это работает. Я даже как бы... Где тут у нас Sky Shatter находится? Вот он. Снизу, как вы видите, он не имеет подключения к конвейерам, поэтому я не вру. Дальше что у нас тут интересненького? Дальше у нас идет такой вот пинцет. Пинцетообразная пушка, которая называется Malediction Turret. Malediction Turret, что же он делает? Malediction, так сказать. Пинцетик наш, он тоже не особо кусает. Вот я сейчас попытался кусать за одну обойму. 7091. Ну, кусает он там, наверное, 9000, там, 7000. Не особо, но получше, чем, конечно, некоторые предыдущие пушки. Вот такой вот пинцетик у нас. Далее идет такая пушка Magnus Battery Turret. Magnus. Посмотрим, каков ты Magnus. А, да. Не, прошу прощения, она выглядит вот таким вот образом. Интересным, но тоже. Притом у каждой туретки хорошо проработанный дизайн. Стоит это отметить. Сейчас я сяду и, как говорится, жахнем.
где у нас там был? Магнус. Магнус на семерку. Так. И сейчас произойдет выстрел. Так. Ну, Магнус, ну... Блин, ты не лучше, чем предыдущая пушка. Еще раз. Ну, снимает 10 тысяч. Там, в крайнем случае, на 1000 больше. Поэтому, Магнус, ты в пролете. Дальше. Дальше у нас идет такая пушка, как HSR Condemnation Heavy Turret. Вот этот вот Condemnation, да, Condemnation, это, как вы видите, внутри нет синих полосочек. Значит, это означает, что это ракетная штука. И, внимание, она... крутая, она крутая. Сейчас вы поймете почему. Так, где у нас Condemnation на 8, на клавишу 8. Внимание, сейчас может быть подрыв, ну, сейчас будет бабах. И как мы видим, она сняла наши щиты, как нефиг делать, то есть вы понимаете, да, раз и все, щитов нет. И поэтому я сейчас поставлю еще щиты. И мы узнаем, какой у него предел. То есть 800к он снимает, как нефиг делать. Итак, дорогие друзья, я немного передумал, потому что дело в том, что данная пушка наносит хоть и очень много урона, но ее мы будем тестить в конце. То есть предел ее урона мы потестим в конце, потому что нам нужно будет увеличивать количество щитов. Нам это и так придется делать. Но на очереди у нас есть более слабые пушки. Чтобы измерить их урон, нам нужны тысячные показатели. Просто если я увеличу щиты, тут будет миллионный показатель, и мы не увидим уменьшение щитов. По этой самой причине давайте тестить дальше. Дальше у нас на щиту такая вот интересная пушка. Сейчас. Она красного цвета. К3 Terminals. То есть такой вот терминатор. Да, Terminals. Такой вот красный, крутой. И сейчас мы из нее произведем выстрел. Текс. Нет, это не то. Из этого мы уже стреляли. Давайте посмотрим. Вот, это девяточка. Девяточка, это прекрасная. Она, казалось бы, опасная. У нее даже в прицеле есть еще две полосочки. Но, как бы не так, да? Итак, 3, 2, 1, пли! Вот, она снесла, значит, у нас осталось 600... с хвостиком, то есть снимает 2000 с чем-то. Ну, на самом деле даже не 2000, а 100 с чем-то. 100, да, 100 с чем-то. И, ну, как бы она ни выглядела внушающе, она имеет вот такой вот интересный красивый эффект при выстреле. Но она не такая убермощная, как, допустим, вот этот пушечка Condemnation. Да. Идемте далее. У нас идут более крупные пушки. Как вы видите, я их разложил по размерам. По размерам ихних оснований. То есть, разве что вот у основания этой пушки чуть больше, чем вот у этих. Ну, разве что на один блок. Но вот у следующих пушек, вот таких больших, кстати, их две, называется K3 King Heavy Turret. King Heavy, его сейчас мы протестируем. И еще одна большая пушка Calamity Heavy Turret. Это тяжелые турели, и я вам скажу, что вот, допустим, данная турель больше дамажит, то есть она рассчитана на не очень далекий бой, а именно вот эта пушка, она является типа снайперской. Как вы видите, она длинная, и она очень странная. Она раньше себя очень странно вела. И теперь мы их протестируем. Значит, King Turret и там... Ну, короче, подойдем, потом посмотрим. Сейчас давайте постреляем из этой. И вот, например, сейчас мы увидим урон. Урончик такой. Блин. Она тоже беззвучная. Со спецэффектами, конечно же, но беззвучная. Так, она снимает где-то почти 280. Ну, неплохо. Для тяжелой пушки, конечно, этого маловато, учитывая, что есть пушки, которые больше сносят урон, но неплохо, неплохо. Получше, чем остальные, то есть. Так, Calamity. На очереди у нас Calamity. Наша это снайперская пушка. Сейчас мы ее тоже проверим. Она вот такая вот медленная, такая вот. И не удивляйтесь, если она не впечатлит вас. 3, 2, 1.
На 1000 урона она наносит приблизительно, но, как я говорил, она снайперская и стреляет довольно неплохо. Кстати говоря, давайте проверим их урон на вот, допустим, сейчас. Хотите? Да, на этих щитах. Я думаю, что эти щиты тоже неплохо возьмут. То есть, в принципе, урон. Да, они берут неплохо. Неплохой такой. Но я бы не сказал, что они сносят так много. Потому что щиты, как бы, да, уменьшаются. Но они, кстати, по этим щитам наносят больше урона, чем по этим щитам. Вот по этим, которые тут стоят. Так что имейте это в виду. Дальше у нас какая пушка идет? Конечно же, у нас идет вот это вот гигантиссимо, которое называется Merciless Super Heavy Turret. Данная турель может соперничать с Бертой. Почему? Потому что она реально крутая. И у нее очень красивый эффект от выстрела, то есть идут различные разводы. По эффектам она, кстати говоря, похожа на вот эту вот пушку. То есть вы видели, как типа капли в разные стороны после выстрела летят. Так что такая вот штука. И несмотря на эти синие полоски, по-моему, она стреляет с снарядами. Но это энергетические снаряды. И я вам скажу, что ее урон такой великий, что полбазы здесь было расфигачено. По этой самой причине, так как у нас вот эти две пушки остались наконец. Вот одна из пушек вот эта вот. Condemnation, как я говорил. И вторая вот большая. Мне теперь надо увеличить щиты до безобразного большого количества. Я сделаю 3 ляма. И после этого мы посмотрим. Посмотрим, как справятся с этим наши турельки. Итак, щиты у меня 3 ляма. Как мы видим, ну что ж, давайте протестируем наш Condemnation, который произвел на меня хорошее впечатление. Итак, где у нас был Condemnation? Так. Вот она на восьмерочке стоит, ждет меня. Так, отлично. Ну что ж, как говорится, приступим. Снесем эту бедную часть. И что мы получаем? Мы снесли 1000000, дорогие друзья. Реально, мы даже можем сейчас проверить. Пускай восстановится, и мы атакуем еще раз. Значит, Condemnation сносит 1000000. Довольно неплохой показатель. Так, пускай он восстановится. Опаньки. Так это была не вся обойма. Один снаряд носит лям, а два снаряда сносит больше. Мне кажется, даже не ляма, а полтора ляма, учитывая то, как все очень быстро исчезло. Мне кажется, нам надо увеличить щиты до безобразного количества раза, то есть ну, больше и больше, потому что мало ли что быть может. Итак, я поставил 8 лямов, я думаю, достаточно будет для Condemnation, и все-таки мы еще раз проверим на выстрел полной обоймы, сколько мы снесем. Итак, перезарядился, давайте сделаем так. Так, он стреляет всего 2 снаряда. Не так уж и много, кстати. Перезарядка довольно долгая. Насколько я знаю, она будет перезаряжаться где-то секунд 8, в лучшем случае. Нет, гораздо дольше. Дольше. Так, она перезарядилась где-то 10 секунд, скорее всего. Итак, блин. Отлично. Она снесла практически 3 ляма. Почти 3 ляма. Так что Condemnation, ты крут. Дальше у нас на очереди идет вот эта вот огромная Super Heavy Turret, которая у нас вроде бы будет соперничать... Merciless. Знаете, что такое Merciless? Беспощадная. Merciless — это беспощадный, то есть он так и называется. У нас идет на очереди данная пушка, и я сейчас буду ее противопоставлять Берте, которая там стоит. По размерам она, скорее всего, даже больше, чем Берта. Да, по размерам она больше, чем Берта. Берта поменьше, поскромнее будет, а это такая эффектная. И я поставлю щитов, наверное, под 40 лямов, чтобы уж наверняка, потому что мне неохота убирать свою базу. Вы себе не представляете, какой огромный урон по площади она наносит. Это что-то с чем-то. Итак, дорогие друзья, щит восстановился до 100 миллионов, то есть я поставил 100 миллионов, и сейчас проверим, каков будет результат взрыва этой большой-большой-большой пушки. Ну что ж, отправляемся на панель вторую.
И смотрим, а то у меня из памяти уже вышло. Так, Мерселес. Мерселес у нас третий. И сейчас будем наносить просто очень-очень большой урон. Ну что ж, давайте. 3, 2, 1. Да уж, похоже, я думаю, вы видите, да, результат атаки данной пушки. Мои комментарии излишни, это просто что-то с чем-то. Степень повреждений, наносимой этой пушке, просто запредельный. Давайте договоримся так. Урон, который выше 100 миллионов, будет запредельным. И мы не будем его тестировать, потому что, как в случае с Дэвидом, мы можем просто дойти до космических цифр, где я не смогу уже строить какие-то, ну, вот эти вот щиты, по той причине, что у меня будет глючить ПК. Поэтому урон свыше 100 миллионов, это уже серьезно, ребята. Это серьезно. И учитывая, что данные, это всего лишь один снаряд, один из трех снарядов, вы понимаете, да? И большая Берта по сравнению с этой пушкой, ну, она, мягко говоря, не такая мощная, не такая вот. А данная, ну, она очень мощная, и я даже не знаю, что мне сказать по этому поводу, как сказать. И это все будет очень долго. Но также у нас имеются две вот такие вот пушечки, про которые я, к сожалению, забыл. Они называются 5G1XT Micro Turret, а это называется HSR-5G3XA Turret. Ну, это мало чего, что вам говорит. 5XA, а это 5G. Понятно, давайте проверим их все-таки. И для этого я сейчас создам небольшие условия для проверки маленьких пушечек. Буквально здесь, перед вами. Итак, тестируем пушку 5G. Начнем. Начнем, пожалуй, с нее. Такая маленькая пушечка, которая ставится на маленькую сетку, как вы поняли. Так, ну что ж, у нас как раз 20. И попробуем выстреливать. Ну, естественно, она наносит малый урон. И даже никак не влияет на, в принципе, урон. Мы так не измерим, дорогие друзья. Вот. Если только мы, конечно, не будем стрелять куда-нибудь сюда, допустим. Хотя там тоже нам данный урон ничего не покажет. А потом, следом идет следующая пушка. Она, наверное, будет более серьезная. Да, она наносит некоторое количество урона. Тоже энергетического, кстати говоря. И ее тоже измерить с этими большими щитами, к сожалению, не представляется. Не представляется возможным. Но я думаю, что данная пушка все-таки мощнее. Все-таки я хотел бы ее проверить. И проверю я ее интересным таким образом. Конечно же, без щитов. Я ее проверю банальнейшим способом. Так, ты тоже уходи. Так, это делается просто. Возьмем блок тяжелой брони. И поставим его здесь. Прям в воздух. В воздухе. Так, что случилось? А, понятно, он просто свалился. Так, и попробуем атаковать этот тяжелый блок брони. А, так. Раньше, кстати говоря, рисунок тяжелого блока в тяжелой брони был ужасным. Сейчас, надеюсь, это пофиксили. Как вы знаете, вышел недавно фикс. Итак, у нас есть такая возможность. Протестируем на первом блоке. Посмотрим. Такого будет урон. Неплохо. То есть он все-таки сбивает данный блок. Теперь переключимся на последнее оружие и проверим на нем. Текс. Ну-ка, черт. Да какого же? Ничего, сейчас мы поставим эти блоки так. И я так понимаю, к сожалению, это были блоки малой сетки. То есть блоки малой сетки разрушаются на ура. Это понятно. Мне интересны блоки большой сетки. Как они разрушаются при таком уроне. Вот так вот пускай будет. И сейчас мы продолжим наши тесты. Так, ну-ка. Так, пятерка. Ну, как мы видим,
не особо. Не особо мощное оружие, вообще нисколечко, потому что обычный гатлинг на истребителе прям кромсает эти тяжелые блоки, как нифиг делать. Ну, как мы видим, эта пушка тоже крайне слабая. Разве что она может немножко стрелять по малым блокам, то есть по малой сетке. В остальном слабая. Так что вот такие вот дела, дорогие друзья. Как вы видите, какая огромная площадь поражения от огня этой пушки. Если вам нравится данная пушка, то обязательно ставьте лайк. Она наносит по площади. С вами сегодня был Лорд Лемур. Я надеюсь, вам понравился данный выпуск. И если вы хотите увидеть, если вам нравится юмор данных выпусков, обязательно ставьте лайки. И, конечно же, подписывайтесь, делитесь данным видео и помогайте в развитии данного канала, если он, конечно, вам нравится. Ну, до скорых встреч, дорогие друзья. До следующих обзоров. Всем пока-пока.